Всех приветствую, друзья мои. Сегодня у нас очередной обзор. Влага ударопрочного защищенного телефона от компании Blackview BL8800 версия Pro. Их две версии есть. Без Pro версии, есть версия с Pro. У нас Pro версия с тепловизором. Версия без Pro просто с ночным видением. Сейчас мы что сделаем? Распечатаем телефон. Он у меня еще в упаковочке не распечатан. Лежит 27 числа. Когда вы смотрите этот обзор, переходите по ссылочке сразу, будут скидки на него. Все ссылочки будут в описании. Мы сейчас его распечатаем, комплектацию посмотрим, по менюшечке пробежимся, опять же его на влагозащищенность проверим. Ну и посмотрим, сделаем выводы по данному телефону. Погнали! Сразу же по параметрам пробежимся, прежде чем распечатаем. Здесь у нас Android, на базе Android 11, у них своя операционная система. Разрешение дисплея у нас 6,5 дюйма, 1080 на 2400 пикселей. Full HD матрица IPS. Батарея, большая батарея, емкостная 8380 мА. Дальше у нас Dimensity 700 процессор. Камера у нас идет 50 мегапикселей фронтальная, также у нас фронтально задняя, фронтально 16 мегапикселей и по 2 мегапикселя, хотя здесь 5 указано, но в спецификациях было, что хотя да, по 5 мегапикселей две камеры должны стоять и тепловизор. 8 гигабайт оперативной памяти встроено, 128 встроенной. Распечатываю данный телефончик. Времени у меня его особо поюзать не было. Но компания Blackview всегда делает качественные вещи. Не первый раз мы на обзоре уже представляем. Видим логопедит BL8800 Pro. 5G версия. Процессор Dimensity 700 поддерживает частоту 5G. Вот такая комплектация у нас. Сразу же и смотрим, что у нас идет быстрая зарядка 33 ватта. Данный аккумулятор прокачает очень быстро у вас. Ну и разные спецификации. USB Type-C. Шнурок у нас. USB Type-C двухсторонний. Дальше идет у нас скрепочка, даже я не знаю, как ее назвать, для открывания лотка сим-карт. Инструкция на разных языках. Самое основное. Что касается комплектации, что мы здесь видим? 5G у нас поддерживается. 5G. Основные спецификации, опять же, разрешение дисплея, емкость батареи, камеры и встроенная память. И видим, что у нас Pro-версия с тепловизором. Распаковываем. Сегодня у нас ветер большой, сильный ветер. Так, сразу же снимаем пленочку. По самому, друзья мои, телефону. Между прочим, я сейчас его включил. Сейчас солнце шпарит. И вообще читаемость хорошая. IPS матрица все-таки не LCD. Вообще замечательно. Я все вижу. Класс, класс, класс. Давайте сразу же по интерфейсу пробежимся. Так, что у нас тут есть? Приятный софт-тач, прорезиненный. Два микрофона шумоподавления. Возможно, пишет стерео. Это мы проверим на монтаже. Петелька для таймляка, чтобы можно было привязаться. На болтиках видим, можно разобрать будет. Здесь у нас алюминиевые вставочки. Приятные кагачельки громкости. Клавиша включения-выключения телефона, она же является сенсором управления отпечатка пальцев. Срабатывает 0,19 тоже миллисекунд. Моментальное срабатывание. Здесь у нас многофункциональная клавиша управления. Можно назначить до 9 приложений. Не понимаю, каким образом, но написано
И заявляет производитель, что 9 приложений можно на нее назначить. Тоже металл все. Шурупики. Здесь у нас лоток для сим-карт. Что здесь? Здесь у нас заглушка для USB Type-C. Видим. Также динамик, микрофон. С этой стороны ничего нету. Джека по 3 мм нету. Пользуйтесь Bluetooth наушниками. Самое интересное, Pro-версия. Логотип Blackview видим. Pro-версия. Камеры погнали. 50 мегапикселей. 50 мегапикселей заявлено. Здесь у нас две камеры по 5 мегапикселей, дополняющие, ну, глубину делающие, там, резкость, по заявлению производителя. Здесь у нас ночной отставить тепловизор. Здесь у нас 2 мегапикселя камера для помощи тепловизора. Ну, она здесь контур рисует, эта камера. Сдвоенная фотоспышечка. Опять же, мы поснимаем, покажем, как вам все это происходит. Здесь у нас камера 16 мегапикселей. Разрешение дисплея у нас идет 6,5 дюймов, как видели. По меню. Пойдемте в тень зайдем. И сейчас по меню быстренько пробежимся. Нам пришлось зайти в машину, чтобы не бликовал телефон. Сейчас у нас, смотрите, яркость до середины упала. Читаемость. Я, конечно, в шоке. Экран у этого телефона серьезный. Так, что мы смотрим? Все сервисы Google у нас предустановлены полностью. Игры накачаны. FM-радио есть. Есть режим игры. Здесь у него своя оболочка фирменная. Версии 3.0. На базе Android 11 стоит. Шикарная камера. Камера, давайте у нас сразу же по настроечкам зайдем. Здесь у нас сейчас стоит, поставим 16 на 9. 9 мегапикселей. Непрерывная съемка у нас идет не обязательно. Что здесь характерно? Так, это у нас стоит фото. Заходим в видео. Разрешение экрана у нас сейчас стоит 1080. Может с ним... Ой, отставить, не то нажал. Можно снимать в 2К. Или в 720, если вы видите. Мы сейчас 180 поснимаем на данный телефон. Дальше, что и характерно. В настройки зайдем в видео. Смотрите. Качество видео у нас или 2К, Full HD. Ну, у нас пускай будет Full HD. Стабилизация видео, видим, есть. Вещь. Давайте сразу же включим стабилизацию. Ну и остальное все. Есть у нас режим красота. Есть дополнительно. Есть ручное, Pro-версия вообще. Можете вручную настраивать. Можно камеру 48 мегапикселей включить. Тоже мы на нее сейчас пофотографируем. Но она пока нам не нужна. Дальше. Так. Дополнительно у нас есть еще портрет, портретная живопись и монохром. В общем, для эстетов фотосъемки, режимы всякие есть. Тепловизор, опять же. Не задерживая тоже. Давайте быстренько вкратце по тепловизору пробежимся. Своя программа у них стоит. У данного тепловизора сейчас он разогреется. Тепловизор, между прочим, интерфейс другой, не как мы на предыдущем телефоне снимали. Здесь у нас все, он сейчас настроился. Что мы можем сделать? Ну, куча настроек здесь поверху есть. Можно у нас разделить, микс опять же сделать, экран. Можно просто один тепловизор оставить. Микс, он обрисовывает контуры вот второй камерой на 2 мегапикселя. Для этого нужна... Ну, мы поснимаем сейчас что-нибудь, опять движок откроем или что-нибудь сюда вставлю, когда будем тестировать видео. И очень много настроек тут разных. Можно записывать, фото делать, режимы у нас есть, фото, видео, прямой эфир на YouTube выводить и замедленная съемка. Что касается тепловизора. Вот такой интерфейс. Ну и давайте покажу, какой у нас. О телефоне зайдем. Систему отставить. О телефоне. Видим, модель у нас телефона на базе. Оболочка версии Android 11 сделан. Все быстренько, все шустро. Процессор Dimensity 700, ребята, 5G. Данный телефон поддерживает. Все гонят. И процессор сделан на 7-нанометровой технологии. Тепловые трубки внутри идут. Капиллярного типа. Охлаждение у данного телефона очень хорошее. Что хотелось рассказать по интерфейсу. Ну, тут, конечно, можно говорить и говорить, не переставая, 2 часа об этом. Основной
моменты делал. Конечно, оболочка красивая. Это ихняя. Блокировка нравится мне. Ну и экран. Не перестает удивлять экран, конечно, своей четкостью и глубиной цветов. Сейчас у нас будут тесты. Тесты. Мы сейчас фото пофотографируем на 48. 48 мегапикселей будут квадратные фотографии. А на 9 мегапикселей, ну, там можно поставить 12 мегапикселей, вторую камеру, но она будет, опять же, квадратная. Я не люблю, я люблю, когда широкоформатные фотографии. И поставлю 9 мегапикселей на нее, пофотографируем. Видео сразу же я поснимаю со стабилизацией. И если не понравится качество стабилизации, то без стабилизации. Потому что если стабилизацию включаешь, кропается. Ну, обрезается видео, чтобы стабилизировать. И сюда же я, наверное, мы... Хотя нет, наверное, мы тепловизор дома проверим. Покажу я там опять на паяльнике, где на каких-нибудь местах, на проводке. Потому что здесь просто тепловизор негде проверить в основном. Так что поехали. Тесты, видео, фото. Погнали. В данный момент видео разрешение 1080p i со стабилизацией включен. Находимся на красивейшем месте. Сейчас мы здесь его попробуем утопить. Видим зум, как отрабатывает. Ну и в принципе, сами смотрите, есть ли стабилизация. Мы с Юлей идем по болоту. Хотим пройти к реке, чтобы потопить телефон. Не знаю, как у нас это получится, чтобы не утонуть самим, топя телефон. Где-то здесь дорожка есть. А, вот она, мы вышли. Бля. Сами видите, как стабилизация сейчас 1080 PI или пикселей. Замечательно. Так, смотрим, как он тень отрабатывает. Шикардос, шикардос. Данный телефон у нас заявлен как бы ударов влага водонепроницаемый. По стандарту IP68 и IP69. И американскому стандарту MILT 810 было аж сейчас G даже. Можно бросать, топить, что делать. Сейчас мы его в воду положим. Если вы вдруг его утопите, например, и он у вас в реке окажется, то можно смело его топить. Экран потух. Секундочку. Сейчас мы его разблокируем. Видим, что режим отпечатков нет, работает так-то. Режим отпечатков пальцев. Подводный режим, интересно, есть ли тут съемка подводного режима? Есть под водой режим. Только не знаю, как его активировать. Опять же, берем. Продолжаем. Я все хочу, чтобы он светился у нас. Оп! Если он упадет, например, у вас в реку, можно смело не бояться. Данный телефон воды, ударов, ничего не боится. Есть режим подводной съемки. Пожалуйста, снимайте. Вещь. Между прочим, после воды сенсор что-то перестает слушаться. В плане как, что... Да, протереть его. И все. Телефона ничего нету. Пойдем мы сейчас его протерем тряпочкой. Тестируем тепловизор. Сейчас двигатель у нас тепленький. Посмотрим, как показывает. Включу тут режим, есть видео. Можно фото делать. Видео. Итак, покажу все режимы. Погнали. У нас, смотрите, сейчас идет режим микс опять. Видно горячий
радиатор. Сколько градусов? 54. Покажи, Юль, если здесь видно. Сейчас мы просто сделаем. Вот здесь у нас видно сразу же, да, радиатор. Микс. И просто можно сделать тепловизор. Посмотри, как двигатель работает, как что. Вот так. Опять же делаем микс. И что, например, вы, что такое светится, непонятно, да? Берете, просто включаете, смотрите, ага, крышка. Или вот крышку заливной горловины. Можно опять включить, посмотреть, вести, что у нас здесь горячее. Вот такой здесь стоит тепловизор. Опять микс включаем. На человека сейчас попробуем. Оп, 36 градусов, смотри-ка, точно показывает. Стоп. Вот такой тепловизор можете изучать. Здесь куча настроек, я еще полностью со всех не разобрался. Но видим, что все работает. Вещь. Затопил баню, пойдемте теплопотери посмотрим в бане. Видим, что по швам идут теплопотери. По стыку. Ой, головой стукнулся. Так, дальше дверь бани. Видим, что дверь пропускает тепло. Здесь в меньшей степени снизу. Вот здесь пропускает хорошо. Открываем дверь. Баня топится, печка. Смотрим максимум, сколько он может показать. Все, больше 150 градусов, видите, он показывает. Печь. Пол и его печи здесь. Опять же, видим теплопотери на бане. Вот такой сегодня у нас телефон был на обзоре, ссылочки в описании. Переходите, сегодня скидочки на 27 число. Тепловизор, водоударопрочный, шикарный дисплей. Опять же, дисплей, конечно, поразил меня. Цена адекватная. Все замечательно. Спасибо компании BlueQ за предоставленную возможность потестировать данную моделечку. Все ссылки оставлю в описании. Переходи, покупаем. Всем пока, удачи, увидимся.